Привет всем! Я тут нашел игру в Steam, которую я хотел попробовать поиграть. И это что-то типа как убежать от стать соседа или что-то такое, но один раз в далеком предалекой галактике был гном, а был точнее дом. И там ведьма жила, и она жила одна. И она имела план. Она хотела покушать, но деньги, да. Но что она реально хотела? Какие-то особенные вещи. Только одна проблема была. Но она не могла украсть это из суба. Ей надо было что-то другое, кто делает. И там, короче, она сделала гноба, который будет делать все это. Идеально. И, короче, она... Да, сделала магическим им, короче. И она сделала так, чтобы он все... делал. Короче, ты должен красть? Ты ничего не крадешь. Ты просто греешь руки в карманах других людей. Бесплатно, что там, короче. Типа... Freedom can wait. Я что-то запутался, я ничего уже не слышу из-за моего голоса. Но в любом случае, понятно, суть понятна вся. Короче, бегаем. Давай быстро-быстро. Побежали. Давайте побежим. Короче, я нашел это, если что, в Стиме. Я не знаю, ли оно есть на телефонах. Но наверняка есть. Вот тут надо прыгать. Вот так, лезть. Си, чтобы лазить. Си. Это что-то, наверное, типа не хоррора. Но выглядит весело. Да, кстати, если чего, если кто смотрит сегодня видео, то знаете, что... А, вот, крауч. Короче, то завтра будет стрим. Да. Ой, я, блин, упал. Можно? Короче, у меня жизнь... Он меня не видит, типа, да? Если я здесь. Привет. Короче, надо вазу какую-то. Да все, ты уже говорила. You can use me to get the right amount of weight. Like listening to the night, the painting will be your guide. See? Ничего ты не видишь. Не видишь меня. Что я должен делать? А, вон, я вижу. Чё ты не видишь? Что ты там видел? Чё ты не увидел? Ой, тут что-то есть. Ito Interact. А, нам надо прям найти ключ. Он что-то там ищет, короче. Вот. Он не видит нас, наверное. Ты иди ты нафиг. Ты меня не видишь. Не видишь. Что ты там чукаешь? Ой, вот тут что-то есть. Подожди. Ой, вот тут можно вылезти. Вот так вот. Короче, надо... moonlight glittering in the night painting will be your guide. Типа, короче, луна светится в ночи. Написано. И painting — это картина будет твоим твоим гайдом. Все, я вам все объяснил. Рассказал. Во, все. Блин! Я упал. Сейчас я раскачаюсь. Раскачиваемся. И прыгаем. Блин.
Не упал. Раскачиваемся и прыгаем. Вот так вот. О, все, запрыгнул. Да ё-моё. Не получается. Не получается. Все. Иди ты нафиг. Иди ты нафиг, сказал. Что? Блин. И все. Вот так у меня кончается моя история. Две жизни. Так он меня убил. Каких две жизни? Короче, я могу носить. В смысле? А как я распаунился или что? То он сейчас меня опять схватит. Мне же здесь нет негде прятаться. Блин, как-то сложно. Смотри, раскачиваемся. И запрыгиваем сюда. Потом сюда. Потом прыгиваем сюда. Да ты задолбал, ну ты задолбал, ну ёлки-палки, задолбал-то как. Чё он не слушается меня? Какие-то грибы. Ну там два гриба, надо, наверное, их разбить. Нет, ты меня не слышал. Вообще не слышал, я тебе говорю. Всё, прячемся, прячемся. Не, прячемся, прячемся, прячемся. Бегай. Да ты задолбал. Он, так, я тебе говорю, он вообще какой-то. Вот, все, запрыгнули, запрыгнули сюда, 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 быстро, тихо, 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 тихо. Ты козел, ты козел, ты козел, козел. Ой, хорош, 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 хорош. Что у нас тут? Две шляпочки. Так, тут тарелки. А зачем я сюда зашел? Зачем я сюда залез? Подожди. Сей. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Я типа горю? Я не знаю, что мне делать. О, нас не видят теперь. Пошел нафиг. Нафиг пошел. Пошел нафиг. Я не знаю, что тут. Картина какая-то надо. Да не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты козел. Ах ты ж козел. А все равно только какие-то шляпочки пособирал там. Нафиг они мне надо. Все, у меня ноль жизней. Для меня уже будет минус одна. Пошел нафиг. Где бы там ты не ходил. Ты задолбал. Чё ты там чихаешь? Тут ничего нет. Короче, у нас есть... Там картина. На картине, скорее всего, код где-то есть. На какой-то картине. А как мне открыть? А, вот так. Прикольно. Так, пошел нафиг, пошел нафиг, пошел нафиг. Чё ты не видишь? Окей. Блин. Козёл. Так пошел нафиг. Да говно. Чё ты ходишь? Тебе нефиг делать или чё? This door cannot be open, написано. Пошел. Да, пошел туда именно. Пошел в жопу. Где? Где? Тут написано basic... Вид, что-то там. Короче, надо, наверное, вот это вот каким-то образом повернуть. А, вот. Надо так пододвинуть ее, чтобы желтым светило куда-то. Не-не-не-не. Ха-ха, я убежал. Лашпед. Не умеет вообще. Ничего. Все, уходи, уходи, уходи. Я ноль жизни. You can. Ну, вообще тупой. Даже тебя поймать не может. Вот так надо. Смотри, видишь?
Вот теперь вот так просто крутим, крутим. Это тут отодвигание туда. Все. Он приближается. А, не поймешь, не поймаешь, не поймаешь. Лашпед. Вообще не умеет играть. Нам надо вот это поворачивать. Так, пошел нафиг, пошел нафиг, пошел нафиг. Во! И куда нам надо, чтобы оно посветило? Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю, вообще ничего не понимаю. Не-не-не. Не могу открыть туда тоже. Нафиг. Открываем сюда дверь. Ой, тут можно вот так было пройти. Оказывается. Чего ты не слышал? Ой, тут шляпочка. Что он пришел сюда? Тупой говнюк. Вот так вот. Надо все скинуть. Вон картина еще. Ухо, мы можем летать. Вот так вот. Еще одна шляпочка, не знаю, зачем она мне. На. Вот, собирай, собирай. Что он делает? А. Он заколдован, наверное. Заключил, может. Так for you не будет mercy, понял? Ты козел. Он вообще рассказывает какой-то бредятину. Ничего не понимаю, что происходит? 7MHFYE. 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 7F. 7FMHFYE. Нет, это не то. 7. Тут нет цифр. Это, наверное, не этот замок. Не знаю даже, что могу сказать. Какая-то странненькая игра. Она, кстати, игра бесплатная, я хотел сказать, добавить. Если кто-то захочет поиграть, попробовать сами что-то это сделать, то просто можете зайти, как бы найти в Steam. Я ссылку оставлю в описании. Ну, он тупой. Тупой. Ну, там что-то в сумке по-любому есть.
Что у нас тут? Надо открыть его, не? Ой, а я так могу делать, да? Могу все вытягивать. Это опять же какой-то этот... Why? Это какой-то пазл. AH7M. А-а-а. Все, я вижу. То есть нам надо вот это вот. 7MHFYE. 7. 6. Вот. 7. Это с этой стороны, наверное, просто. MHFYE. MH. M H Что он тут ходит? Баба. 7MHFYE. FYE. F Y E. Где Y? А вон Y. И вот это, мне кажется. Это же И. Нет других И. Нет, вроде бы. Что он? А. Лесенку сделал себе или что? Ничего не понял. Это типа лесенка появилась сюда. Подожди. Блин. Чё не понимаю. Шляпочка тут. Все это, чтобы он знал. Что это тут? Не-не-не-не-не. А куда мне относить это? Подожди ты. А куда мне идти с ней? Куда мне с ней идти? Ничего не понимаю, подожди. Да, я должен что принести. Я запутался. Можно этот носить? Нет? Нет. Это сюда? Потом сюда? Нет? Не-не-не-не. Я спрятался. Ничего не понимаю. Может сюда? Куда мне нести то, что я и нашел? Ничего не понимаю. Я запутался. А-а-а! Может, я их должен куда-то забросить, наверное, да? Блин,
Ничего не понимаю. Ну там что-то есть по-любому. Давайте быстро, быстро, пока он не вернулся. Ну, не. Пошел нафиг. Как мне домой попасть? Как мне вернуться? Я запутался. Уй, дошел вот сюда. Ай-яй. Застрявший чуть-чуть. Странности. Странности. Я запутался, я реально. Ты мне... There can be open maybe I need to get my objective. Ну, я уже наиграл 20 минут. Если кто-то знает, как что делать, может, мы поиграем, если что, на стриме или еще где, но я не могу решить это. Я запутался. Я не знаю, куда, какой объектив, что. Тот поворачивает, это, наверное, поворачивает точно. Тут застряну на 2 часа. Просто буду бегать так страдать. Но в любом случае, ссылка будет на игру в описании. И... Я не знаю, зачем мне эти грибы тоже. Да иди ты нафиг. Ах ты ж козёл. Ну да, всё. Да, это была последняя, кстати, жизнь. Блин, я даже не могу ничего делать. В любом случае, вот это сделано под Personal Tales. Или что-то, короче, не умею. Тут много видео людей делаю, а это в любом случае было весело. И надеюсь, если что... Ой, это мой канал. Если что, подписывайтесь, ставьте лайк. Я обычно это не говорю. Ну ладно, увижу вас на завтра на стриме, да? Всех. Сегодня, точнее. Для меня это завтра. Ладно, все, давайте. Всем пока.